Всем большой привет! Сегодня будем готовить интересную закуску на праздничный стол. Ее особенность в корзиночке, которая делается из обычного багета. Ну и конечно же очень важно, чтобы начинка была вкусной. Список всех ингредиентов будет как всегда в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала подготавливаем корзиночки. Для этого отрезаем ровно краешек багета. Затем отступаем сантиметра 2 и делаем косой срез. Таким образом делим весь батон. Багет лучше брать не свежий, тогда с ним легче работать. Из багета весом 400 граммов у меня получилось 8 заготовок. Дальше из каждой заготовки удаляем мякиш. При этом должно остаться дно. Подготовленные корзиночки устанавливаем на застеленный бумагой для выпечки противень и отправляем на 5 минут в нагретую духовку. Температура 200 градусов. Для ускорения процесса можно включить конвекцию. Подрумянившиеся хрустящие корзиночки оставляем остывать при комнатной температуре. Пока корзиночки остывают, готовим начинку. Натираем на мелкой терке 2 плавленных сырка. 120 граммов балыка нарезаем очень мелкими кубиками. Сладкие перцы разных цветов режем длинными острыми треугольниками, высотой примерно 3-4 сантиметра. Теперь соединяем в миске сыр, балык, выдавливаем 2-3 зубчика чеснока, добавляем 3-4 чайных ложки майонеза и хорошо перемешиваем. Дальше берем остывшую корзиночку, наполняем ее приготовленной начинкой и вставляем в произвольном порядке кусочки перца. Вот и все. Яркая и вкусная закуска на праздничный стол готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.